Здравствуйте, друзья! Сегодня сделаю обзор на Raceman's DeWalt DW735, который у меня уже несколько месяцев, и я наконец-то смог им немножко поработать и поделюсь с вами своими впечатлениями. Ну что сказать, Raceman's считается одним из лучших в мире вообще для настольных версий, если не самый лучший. Меня он привлек в основном тем, что у него есть две скорости обработки. Так как я работаю в основном с твердой древесиной, вишня, орешник, для меня это было достаточно критично. Если работаешь в основном с мягкой древесиной, то, в общем-то, даже и не надо. Вот переключается скорость, ее можно только переключить на ходу, там стоит трансмиссия. Это раз, то, что мне больше всего понравилось. Второе, то, что у него, по сравнению с моей старой дельтой, три ножа. Ширина 330 мм или 13 дюймов. Также довольно удобно сделано, когда настраиваешь съем, то можно увидеть, сколько примерно. То есть миллиметр снимать будет или... два, в зависимости, как его опустишь на доску, так оно и будет показывать здесь. То есть можно уже знать, сколько примерно будет идти. Максимум он снимает 1/8 или 3,2 мм. Ну, в общем-то, такого рейсмуса большего ожидать и не следует. Все-таки это не индустриальный профессиональный рейсмус, который будет стоить раза в 3 дороже, чем этот, как минимум. Купил я его за $600 на Амазоне. Там еще даже было чуть меньше. Они мне дали вот еще вот эти вот столики съемные. Они снимаются. Сама базовая модель идет без них, но они, конечно же, нужны. Мне нравится то, что здесь есть ограничитель толщины быстрый. То есть можно сразу, скажем, выставить 1/8, 1/4. И когда ты будешь опускать, она упрется. Можно даже подстроить это. Также показывают в системе здесь высоту поднятия. Здесь еще стоит турбина, которая выкидывает стружки дополнительно. Настолько она сильная, что когда включаешь... то она надувает мешок даже при отключенном пылесборнике. И если мы ничего не прицепим к ней, то она будет бросать эти стружки довольно далеко. Я пробовал закидывать в мастерскую. Это сделано для того, что если у вас нет пылесборника, то можно взять просто шланг, опустить какую-то бочку, это все закрыть аккуратно, и он будет, в принципе, кидать стружку в эту бочку. Лично мне это не надо, и даже какое-то неудобство приносит, потому что настолько мощно эта турбина работает, что она прямо скидывает этот шланг. Но остальное, в общем-то, тут все одинаковое, как и другие рейсмусы. 15 амперов мотор, весит он 40 кг, достаточно тяжелый для того, чтобы носить его. Тут есть ручки, его можно, в общем-то, носить, но как-то он больше, наверное, все-таки стационарный, ближе к стационарному. Алюминиевое основание, что хорошо, так как оно вообще не прогибается. Ну, вес, он, в общем-то, хорош, когда он стоит на одном месте. То есть его даже можно не прикручивать, вот он у меня сейчас не прикрученно стоит, и никуда он не денется, потому что все-таки... 40 кг это 40 кг. Имеется сразу отвертка, которой снимаются ножи. Тут даже два магнита. Вот. Можно прямо нож аккуратно снять, когда он острый, перевернуть. И это такая вот звездочка, она, в общем-то, везде здесь. И на ножах, и вот здесь снимается эта ручка на этой звездочке. И она вот здесь хранится, что достаточно удобно. Ножи двухсторонние, одноразовые. Можно их, конечно, там довести один раз, но, в общем-то, рассчитаны на один раз. Поднимается, как я уже показывал, вот таким образом. До 6 дюймов она здесь поднимается. То есть он нужно 2,5, ну сколько там, сантиметров под 20, наверное, будет, да? Ну, она удобна, в принципе. Не скажу, что было бы удобнее, чем такая ручка, но особой разницы, наверное, нету. И столики эти такие достаточно мощные и легко отстраиваются, чтобы она была вот точно ровно. И, что очень важно, то, что практически ступеньку он не дает. Ну, я сейчас перейду к испытаниям, и вы увидите, что ступеньки практически нету. Ну, по крайней мере, с моей дельтой очень сильно отличается. Ну что ж, давайте, наверное, перейдем от теоретической к практической части. Я хочу показать вам, насколько сильно работает эта турбина здесь. Сейчас я включу, и мы посмотрим. Ну, как вы видели, воздух... подается под довольно большим давлением, и по заявлению производителя он может работать без стружкоотсоса. Давайте теперь попытаемся какую-то отрисовать доску. Тут была у меня вишня, остатки. Как вы видите, вот я когда начинаю зажимать, это начинает подниматься и показывать, что вот скажем 0,8 мм можно снимать. Давайте так и оставим, наверное, на 0,8. Сейчас я включу пылесборник. И как вы видите, абсолютно нету ступеньки практически. То есть я вот
Я не могу заметить это не так, и даже приложив угольник. Нету ни с этой стороны. С этой здесь на самом деле трудно померить, но хотя не трудно. Качество великолепное. Вот на такой доске у меня иногда были проблемы, когда с двумя ножами, немножко даже полутупыми, и когда на большой скорости она прогоняла, иногда вырывала здесь волокна. Потому что это все-таки вишня не высшего класса, это мне перевозит один фермер. Какая-то свилеватая иногда структура, и она начинает рвать, и потом надо дошлифовывать. Сначала на первой скорости она, конечно, медленно, но даже вот на второй скорости, ну, правда, ножи еще острые, вот ни одного срыва нету, как вы видите. Два раза я пропустил, и просто великолепное качество. Я пока очень доволен. И если почитать какие-то различные ревью на интернете, то тоже очень много положительного. Кто-то писал, что турбина забирает часть энергии. Здесь стоит 15-амперный двигатель. Ну, я не знаю. Это, в общем-то, не тот рейсмус, от которого нужно ожидать какие-то чудеса. Все-таки это маленький переносной рейсмус и не индустриальный. Поэтому, ну, если вставить сюда 330 мм широкую доску какую-то плотную и попытаться сразу снять с нее 5 мм, то, конечно, не получится. Это не тот рейсмус, который сможет это сделать. У меня у брата есть индустриальный. Тот, конечно, пожалуйста, тот тебе и пол сантиметра снимет. А этот все-таки надо будет, если широкую, то, думаю, надо будет ставить съем поменьше, чтобы было все нормально. А так, я не знаю, что тут еще от него можно ожидать. Это все-таки маленький рейсмус относительно маленьким двигателем, который питается от 120 вольт. Пожалуй, все с этим. Спасибо, ребята, за внимание. До свидания.